иначе, не так, как вчера. Завтра из города мы направляемся в горы. Это местами серьезно, но в целом игра. Мы закроем дома, мы вернемся не скоро. Кто-то сказал за горами сказочный лес. На первой скале движемся по осеннему лесу, еще грибы, сегодня 28 января. Выходим на первую скалу, сейчас будут, начнут открываться виды. Ну да, это так кажется, почти рядом. Красота, солнце вышло. Под нами просыпающаяся Ялта. А мы вот уже на такой высоте. А идем мы вот туда, где снега. Ай, красотища. Нам там? Нам там. Всем привет, дорогие друзья. Как и обещал, вчера обещал, что сегодня мы поднимемся по хребту Иограф. Погода вот с утра такая чудесная, замечательная. Но здесь то ли поднимается ветерок, то ли он здесь есть внизу. Вообще просто кайфово. Такой штиль был на рассвете. Сейчас солнце встало. И мы движемся вверх белоснежным вершинам. Как это будет, насколько это там проходимо, мы узнаем немножко позже. Оставайтесь на канале. Кто не подписался, подписывайтесь. Я думаю, сегодня будет много интересного. Путешествуем вместе. Перед нами хребет Иограф. И дальше потянулись белоснежные вершины Яйлы. Вчера мы, кстати, путешествовали в ущелье Учкош. Прямо перед нами хребет Баланын-Каясы. И за ним находится ущелье. Дальше Никитская Яйла. И сегодня вот такая вот красота. Солнце встает все выше. Там он над плато, смотри. Там опять такое, как вчера, натягивает. Конечно, посмотрим, как оно будет. Но начало такое яркое. Очень яркое. Что радует. Тут я чувствую, придется сейчас потихоньку одеваться. Ветерок уже другого плана. За Танюшкой он Магаби. А с правой стороны Айпетри. Да, здесь ветер уже мощный. Дальше будет веселее. Только контрастно все-таки, вот, когда такая солнечная погода. Да, здесь уже ветер ледяной. Сейчас будем одеваться. Пока поднимались, все себя поснимали. Вот, ну, одежек набрали сегодня. Знаючи уже, как бы, что погода может измениться в 3 секунды. И дабы не замерзнуть здесь, нужно всегда с собой брать запасную одежду, раздеться. Никогда не поздно. Вот если у вас нет возможности обогреться, то это может закончиться не совсем так, как хотелось бы. В общем-то, конечная наша цель — это вот там, где все белое. Если... А что если? Идем и идем. Идем как будет, так будет. Какая красота. В такую погоду сидеть дома просто грех. Да? Вот это виды. Я говорю, не успел сказать. Вот, только подумал, Танюша говорит, ветер прекратился, какая благодать сразу наступила. Вот уже утеплились. Сейчас одеваем шапки, перчатки и движем дальше по хребту. Но насколько сегодня такая вот яркая погода, это просто вот красота. 28 января сегодня. Выходите в горы. Высота уже более 600 метров над уровнем моря. И сейчас нам предстоит забраться на эту скалу. Это мы с подветренной стороны просто. Сейчас будет чуть-чуть скалолазание. Готово? Я всегда готова. Вот так, на первый взгляд, отвесная стена. Но если у человека нету акрофобии, то есть боязни высоты, то все преодолимо. Вот так вот потихоньку, потихоньку. Оп. По-любому. Очень скоро осенний лес закончится. Мы уже близки к снегам. Видишь, там оно висит на одном месте.
Вот отсюда уже за хребтом Баланкаис открывается, видно верховья, ущелья, на большую особь Мартынкош. И так, шаг за шагом, наша цель все ближе. Так, ну вот, первые снега уже под нами. Погодка, конечно, чуть-чуть портится. С правой стороны вершина, это и есть первая наша отправная точка. Там высота уже более 1000 метров над уровнем моря. Это обернулись вот такие мазки художника. Природа, облака размазаны, так прикольно. Попряться до той скалы. А вот прямо над нами белоголовый сип. Огромнейшая птица. Под ногами скрипит снег. Мы все-таки дошли до мороза. Да, красиво, конечно. Но самое красивое впереди. Сколько лететь придется. По-любому где-нибудь зацепишься. Не, там отвесная скала. Да? Да. Попадем. Тут, если будет, то снега, не дождь. Эх, красота, красотища. И хоть погодка, конечно, и подпортилась, солнышко, увы, сегодня, может, уже и не будет, но... Ну, и понятно, что мы в лоб не попёрлись. Такой морозный воздух, красотища. Дятел где-то пищит. Что там, селфи? Да. Дерево сила. Я дерево силы нашла. Супер. Классно. Так, ну чем выше, тем больше снега. И скала уже фактически перед нами. Такая тишина непривычная, особенно для моей работы, когда целый день машины гудят, все трещит, все. Вперед! О, там вороны, смотри, наверху два. Нас ждут. Вот она, вершина. Считанные десятки метров остались. Правильно. Никто не говорил, что будет легко. Дошли. Здесь высота уже более 1000 метров над уровнем моря. Скала Дина или Дина, кто знает, пишите в комментариях. Я вот никак не уточню. Вокруг по-настоящему дикая природа. Очень скользкий подъем. Такой экстремальненький, поскольку там, если ушуршать, то... Кирдык. Красота-то какая. Ляпота. Ой, красиво. Ставрика я под нами. Вдали виднеется Айпетри. Видно гору Магаби. Ну, меня показывает. Что-то я смотрел перед этим. 1013 вроде. Вот скамеечка. Для обзорного вида на Ялту. Это, спрашиваю Танюшку, это же твоя первая вершина. Говорит, да, говорю, где эмоции радости? Эмоции радости будут потом, когда спущусь. Высота более 1000 метров над уровнем моря. Вот да, вот это ее первая вершина, покорила. Но мы идем туда, вот то, что за ней виднеется. Идем на плато. В последнее время очень многих покорили в первый раз. Начиная с купания, теперь начинаем, продолжаем вершинами. Да. Красота-то какая, ляпота и без солнца. Здесь мы попьем чайку и будем потихоньку двигать дальше. У нас световой день позволяет. Мы сегодня ни свет, ни заря затемно вышли, поэтому у нас время благополучненько все. Итак, мы находимся на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Кстати, я увидел это дерево и вспомнил, наверное, пару лет назад или тройку, может. Возле этого дерева я фоткался, и сейчас именно эта фотография на
заставки во всех последних видео. Я как раз в этой куртке, и точно такая же плечоха тогда была. Вот, это я вчера фотку увидел, думаю, туда же идем. Вот. А начиналось все, как хотел рассказать историю. Когда-то я работал на рынке, ко мне подошла женщина, у меня был такой хвост. Косичка, ну как бы неформальная прическа. Я один из первых в Ялте начал носить такую прическу. Время прошло, годы свое взяли, хвостика нет. Вот. Но она ко мне подошла и говорит: вы бы не хотели сниматься в кино? Если вдруг что, дайте телефон. У вас такая прическа, такой, ну, вид как бы неформала. Если что, мы вам позвоним и предложим сняться в каком-нибудь из фильмов. Вот. Прошло время, я подумал, почему мне не снимать свои фильмы. Вот. Теперь я могу сниматься в шапке, могу без шапки. С хвостиком уже, конечно, не получится. Но, тем не менее, режиссер я теперь сам себе. Вот. Поэтому те, кто смотрят мои фильмы и кто любит природу Горного Крыма, я думаю, поддержат меня лайками в этом видео. Вот. Пишите свои комментарии, это мотивирует. Ну и путешествуем вместе, друзья. Сейчас мы идем выше по хребту и, надеюсь, дойдем туда, куда планируем. Об этом пока молчим. Оставайтесь на канале, путешествуем вместе. Вот здесь кто-то пробегал. Похоже, это был зайчик. Да не, не зайчик. Это больше на куницу какую-то крупную похоже. Опа! Мы все ближе к плато, все больше видов открывается и все меньше остается до нашей конечной цели. Так, ну что, будем пробовать под землю еще спуститься? К сожалению, Ялты не видно, хребет не видно. Очень холодно. Ну, ничего, не опоздали. Все, что нужно, что мы должны были увидеть, мы увидели. А если, Танюшка говорит, красота неописуемая. Я говорю, если описуемая, то слова сложно подобрать. Действительно, все настолько непривычно для города, где сухой асфальт. Да, вот, кстати, это вот следы волка. Следы туда есть, а назад нету. Сейчас посмотрим. Готово? Может все быть. Да, так даже не верится, сколько сегодня мы всего увидели, сколько погод застали. Побывали вот там вот в облаках.